Российский МИД осудил эскалацию ситуации в Ливане. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что последние события резко повышают риски полномасштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке. Мы рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана. Уже пострадали тысячи ни в чем не повинных людей. Как представляете, организаторы вот этого высокотехнологичного нападения целенаправленно добивались разжигания масштабного вооруженного конфликта и вывода конфронтации на новый уровень, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке. Повторю еще раз, что мы решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан, на его граждан.